Следующая песня называется, точнее, она тоже стилизация, она в стиле кантри. Кантри – это, все, наверное, знаете, это американская народная какая-то вот музыка. Она, в принципе, прежде всего для ног. Вот как она объявилась? Какой-то там на скрипочке. Вот люди вокруг нее собирались и плясали, как могли, в общем-то. И это переплетение множеских европейских культур, плясовых, да, танцевальных. Но, как правило, они все каким-то выродились, какой-то более какой-то такой простой, примитивный. Вот. И у меня был сон. Может быть, видели фильм с Мэлом Гибсоном, где играли в покер на пароходе? Помните? Это там 19 век конец, они плывут на пароходе, играют в покер на деньги, огромные деньги. Там еще была из «Молчания ягнят», как ее зовут, эта девушка. Ну, в общем, актриса там, ладно, после. Вот, и представьте, у меня снится такой сон, будто я поэтому хожу по пароходу, дама, значит, кавалер, 19 век, шляпы такие, играют в покер, все очень так чинно. Я выхожу на палубу и вижу, значит, маленький оркестрик, басовый барабан, скрипочка, банджо, и три девушки поют эту песню. Я просыпаюсь, и я совершенно ее не помню. Ну что делать? Я взял гитару и сочинил эту песню по новой. Итак, далеко за горами, кантри. Шлюхой на 100 миль вокруг, и бывая под бухой, избивала
мосту. Мы пропели вам песню с мыслью Нилона, потому что наша мама Мэри Овербан. Не спай, Миссисипи, замуж я хочу, выйду за ковбоя в Европу улечу. Не спай, Миссисипи, замуж я хочу, выйду за ковбоя в Европу улечу.